go. Привет, ребята! Именно эту вещь «Вниз по реке» я играл в финале Guitar Battle. Вот. Пишут мне люди, покажи, как эту вещь играть. Я ее пока не записывал в ноты, но лучше я такой, я обещал сделать конструктив, разбор. Так, поехали. Вот сначала идет у нас такая интродукция, да? Здесь просто создаем поле. Оно может быть абсолютно любым, импровизационным. Вы, наверное, видели в разных каких-то больших рок-концертах что-то такое нагнетают, берут один аккорд и начинают что-то играть музыканты, а потом выходит певец. Вот здесь примерно так же. То есть я создаю вот это вот поле, педаль, такую длинную линию за счет флажолетов. Вот они звучат, и я начинаю. Здесь я слайд использовал. Пятую, шестую оставил. А вот это уже ирландский штрих. Я оказался на ля, качнул на соль и вышел на мелодию. Дальше. Это ре мажор. И падение с бенда. До. И опять в ля. Опять ре. Ре и ля. Дальше пассажик идет. Соль, ля, си, до, ре, ми, соль, ля, си, до, ре, ми, соль, ля, си, до. Можно вот так сыграть. Вот такой вариантик. Но все это, друзья, это такая импровизация. Она здесь просто у меня готовая. Я уже придерживаюсь этого. А так, в принципе, можно и по-другому каждому сыграть. Как хотите, так и раскручивать. Идем дальше. Тема А. Здесь, конечно, встречаются несколько техник, да. Это медиаторная техника и пальцы. Все это вместе гибридная техника. Очень такой у меня тут есть хитрый прием. Я беру, смотрите, пятая струна, соль и вторая ре. Но еще держу фа диез. Для чего? Я потом это сделаю левой рукой. И получается, смотрите. И еще с ударом. Дальше, смотрите, что делаем. Получается. И все время мы заменяем ритмическую гитару, которая играет так. Все, 16-е эти. И получается вот так. Прыгнули на соль. Здесь беру 6-5-3. Ой, 6-3-2. Получается. Но опять-таки здесь есть ритмическая гитарка, смотрите. Вот она. Что я сделал? Вот этот тонкий момент, он постоянно дает присутствие второй гитары. Сейчас буду утрировать. Вот так получается. Сюда пришел. Смотрите. И получается. Дальше. Ре мажор, на самом деле. Смотрите, вот он. Бас здесь, терцовый.
здесь просто квартами. И бендом. Это уже дополнение к мелодии. Вот, это первое предложение. Второе предложение. Точно так же, только прыгнули. И дальше идет пассаж. Вот, соединяем. Мы оказываемся опять в начальной стадии аккорда. Первое предложение начиналось здесь. Но мы уже играем только не ре фа диез, а соль ми. Смотрите, что получается. То же самое. И идем на фа. Все вместе. Это первое предложение. Оно состоит из двух частей. Дальше тема Б. Пока без ритма. Смотрите, что делаю. Ля минор. До. Опять. Мелизмы такие. Получается. Вот, это вторая часть у нас этой пьесы. Как видите, повторяются. Вот первый, значит, эпизод он был через до. Смотрите. Ля. Опять. До. Соль. Ля. А вот второй. И теперь вместо до фа. Привет, мои друзья-гитаристы! Вышел новый курс по гармонии. Этот курс предназначен для вас, для тех, кто хочет прокачаться по гармонии, понять, что такое аккорды, как их связать, делать свои аранжировки, быть художником. Я вас приглашаю на свой курс. Будем заниматься. Третья часть. Значит, что здесь происходит? Аккорд ля, на самом деле, вот эта нотка до. Это мелодическая линия. Дополнение. Опять. Дополнение. Получается так. Вот, значит, здесь начало. Первое предложение заканчивается на до, от до мы идем. Это уже было. А второе от фа. Вот, получается три у нас предложения. И дальше
такая импровизационная часть. Я там играл с командой. Вообще, когда я играю сольно, я обхожусь, и бывает, это делаю на лупере, с помощью лупера. А если так играть, ну, можно минимально вот что здесь сделать. Смотрите, провести линию чисто на аккордах, на гармонии. Вот смотрите, этот аккорд до диез минор, это ля, все время, и бас держим. Ля, фа, диез минор, ми мажор, терции, ля мейдж, это такой сас, си. Получается такой ход. Это у нас Стиви Вандер. Тут в минор уходит. Вот. Это все как бы на любителя. Если вы хотите поимпровизировать, можете сделать вот такую гармонию. И дальше посмотрите, вот этот такой эффект открытых струн, это делал еще Иван Смирнов. Тут же я сразу глушу четвертую, видите, чтобы не попасть по ней. То есть я вот пальцем делаю такой сразу себе защиту. У нас аккорд, по сути, звучит до диез минор. Затем мы идем в ми мажор. Здесь надо сразу попасть, не глядя, в шестую струну. Вот такой тренинг, и желательно с опорой. Здесь дальше идет ля. И идем на связку, чтобы эти две тональности соединить. Теперь уже модуляция есть. Фа диез, ми мажор. Ля, соль. Прокачиваем так. Дальше опять тема Б. Такой прием здесь. Вот такая вещь получилась. Она есть в разных вариантах у меня в Ютубе. Посмотрите.
Значит, здесь, как видите, много разных техник, да, используется. И арпеджио, и пассажи, и вот эти вот вместе бас-аккорд. Поэтому тем, кому интересно, приходите на мои курсы. Механика 1, механика 2, и сейчас еще там гармония. Дальше будет в августе вот очень хорошее подспорье для тех, кто хочет выйти за грани пентатоники и уже обыгрывать именно аккорды. Там уже будет курс по импровизации. Вот. И про струны хотел еще вам немножко сказать. Вот компания Динатон и Эрни Бо мне предоставляет вот тут. Есть у меня несколько комплектов. Когда в обзоре я говорил как-то про струны, смотрите, когда сравнивают, да, эликсир и Эрни Бо, не забывайте, что эликсир все струны дорогие. Если вы будете брать, допустим, самый такой нижний эшелон Эрни Бо, который там стоит рублей 800, их, конечно, некорректно сравнивать, потому что сейчас эликсир, по-моему, до 2000. А вот эти вот струны, это уже более дорогие. И, конечно, я говорил, дешевые струны очень быстро, у них есть хороший тон для записи, для концертов, но они быстро теряют качество свое. А вот эти струны все, вот, которые я сейчас вам показываю, Custom White, вот этот вот Эрни Бо хороший, Парадигма, это вообще отличные струны. Вот. У них они уже, конечно, долго держатся. Попробуйте более дорогой такой сегмент, и вам точно понравится. Вот эти я поставил неделю назад, у меня было 4 мероприятия. Они вполне себе классно звучат. Вот, тому, кому интересно было, будем снимать, пишите на мои вещи, я сниму еще какие-то медленные разборы. Поэтому всех успехов желаю и следите за обзорами. Пока.